Кристаллит – основа любой экономики в царствах насекомых. Идет постоянная борьба за ресурсы. Кто владеет этим драгоценным элементом, тот получает власть над всем остальным. Растет напряженность между самыми сильными кланами. Муравьи с опытным и хорошо обученным войском и термиты, которые берут численностью солдат. В это время империю раздирает гражданская война. Развязали революцию термиты, за что муравьиное царство их осуждает. Недолог тот час, когда скорпионы, эксперты в производстве вооружений и жуки, которых подвергают критике за то, что они потрачат на империю термитов, ввяжутся в борьбу, которая станет непростым испытанием для насекомьих народов.
тоже Дэнди, блядь, сюда было меньше движения. Thank you.
Все, прошел игру. Дай посмотрим.